Это было где-то в 6:30. Мы лежали, я сына уже вот хотела разбудить, но услышали взрывы, ну как бы быстро побежали в туалет, но как бы через стену, чтобы спрятаться. Ну и сидели там, ждали. Ну, очень страшно. Вот я сидела в этом кресле, там телевизор вот этот разбитый стоял, вот, и когда пламя, до телевизора было пламя такое, влетело в окно, а потом уже, говорю, все начало лететь, все, оконная рама, стекла, телевизор, все вот это, все начало, но оно летело мимо меня, оно летело просто мимо меня, и все. Я как сидела, так и сидела. Мы зараз знаходимося в місті Кривий Ріг і бачимо наслідки чергової атаки російськими окупантами, російськими ворогами постраждали будинки. Сьогодні, станом на зараз, фактично постраждало декілька багатоповерхівок, за результатом яких троє осіб, на жаль, померли. Більше 35 осіб звернулися за лікарні, серед них п'ятеро тяжких. Серед тяжких, які звернулися в лікарні, одна дитина.